Peace and vision. Jag har frågat vad det är som sker att man gör det. Jag är det här. Спортсмен мама, это моя бабушка и сестра, родная сестра. Моя бабушка звали Чини. Чини старше была. Их было 10 человек. И сегодня, который годовщина, это спортсмен. Я много вашего времени буду брать. Наша святой Тора, Тора Эмет, написано, что мужчины, когда утром встают, они делают брахой Элекайну Шама. В одном из этих брахов мы благословляем Всевышнего. Там написано, благословляю тебя Всевышний, что ты меня не создал женщиной. Такое, кому нравится такое благословение, женщинам или мужчинам? Женщинам это не понравится, мужчинам это понравится. Но мы говорим, что написано, что ты меня сделал не женщиной, это не имеется в виду, что женщины наши, они второстепенные или они неугодные. Наоборот, Тора нам объясняет, что женщина, она выше стоит, чем мужчина. А как она выше стоит? Стоит в том, что мы благословляем за то, что нам дано много мислот, 613 мислот мужчинам. А женщине не дано это мислот. Женщине мислот, которое она имеет, она даже не делает каждый день. Как каждый день она не делает? Мы без филина не можем каждый день, филин должен завязать, снести много мислот. А женщина она делает неделю раз. Кировый шаббат, неделю раз. Тахарат Мишпаха, когда приходит время Тоза Шунан, Ягма Ябо, Митвы. Когда нужно делать хала, тесто делает, она делает благословение. И тоже это когда она не делает, вообще она это не делает. Что женщина без мисла? Она не без мисла. Наши мудрецы говорят, женщина имеет каждый день пополнение, что она цнеут. Цнеут – это скромность. Еврейская женщина, она должна быть скромная. И второе – гимлют. Гимлют – это милости. Все, что я говорю, это относится к Софье Михайловне. Софья Михайловна, она была цнеут, скромная. И она была гимлют. Гимлют, который помогала не только воспитала своих детей. Она помогала, очень много жизни она прошла. Первая жизнь, которая у нее была от рождения до ухода с этого мира, один век. Гимлют Хесед, который милость для нас делала, добро делала и для других, это никогда не забудется. Софья Михайловна, это народная, народная персоналка культура. Потом Фонисов Анхамба Ангар Пухолёв и Шурам, Пухолёв Кручевзан.